Здравствуйте, очень рад, что все-таки и Канада уже с нами. Меня зовут Ибрагим Алиев, еще раз повторяюсь. Очень много много людей спрашивают, что, как. Начну с того, что поначалу я, как и все вы, не верил, что какие-то леденцы могут так сделать. Ну, к сожалению, и на сегодняшний день радости оказалось совсем наоборот. Я просто сомневался в том, что не хотел просто пробовать из-за того, что не верил. Вот. А теперь непосредственно результат. Мне врачи поставили диагноз вторичное бесплодие. Как мне объяснили, с моим избыточным еще вес был. Ну, это не буду врачебные эти тонкости впадаться. Конечный результат этого был, что я не смогу больше иметь детей. Естественно, руки опустились, смысл жизни потерялся. Тем более 11 лет я ходил, лечился, из них 8 интенсивно. 3 года так, чтобы от химических препаратов отойти, отдыхал. В общем, это все заняло 11 лет. Хотя врачи говорили, никогда в жизни не смогу иметь. На сегодняшний день, 2 февраля 2020 года, моему сыну будет 3 года. Вот. При этом я еще скинул со 141 килограмм, у меня был вес максимальный 141 килограмм, 240 грамм. Я скинул на сегодняшний день, на мне 98 килограмм. Поначалу я не верил, просто надо... Хочу к вам обратиться, просто поверьте, люди, которые вам предлагают, они не хотят вас обмануть, впарить что-то, они просто заботятся о вашем здоровье, чтобы в свою очередь позаботились о здоровье своих близких. Точно так же, как когда-то позаботился о моем здоровье сестра, но я и не поверил. Ну, судьба распорядилась так, что я побывал везде, все попробовал, но, увы и ах, не помогло. На сегодняшний день я счастливый отец 2 сыновей, и на этом жизнь останавливается, пока у папы дочка не будет. Будем работать, как говорится. Просто будьте в системе, поверьте, принимайте, будьте здоровы и делитесь этим со всем окружающим. Ничего ходить, продавать не надо. Продукт продает себя сам, это круто. Я сам не продавец, я могу просто подарить. Просто продаю свой результат. За бесплатно рассказываю, делясь с такими людьми, как вы. Всем удачи, принимайте, будьте здоровы. Чем здоровее нация, тем добрее люди. Спасибо большое, Ибрагим, что поделились с нами результатом. Без проблем, тем более Канада. Следим за вашим результатом и очень приятно видеть вас. У меня еще у близкого друга хороший результат. Видео тоже в интернете есть. Он на протяжении, ему на сегодняшний день почти 50 лет. И на протяжении, с 19 лет он страдал псориазом. Сами посчитайте, сколько лет. Ему врачи сказали, что все, его болезнь не лечится. Он с ней смирился, просто проводил какие-то курсы, чтобы сыпь уходила. Ну, я ему предложил, как раз совпало с нашим постом. Он так интенсивно, как полагается, ну, как назначает специалист у нас, не принимал. Буквально после поста 1-2 леденца. И в течение 1,5 месяца он избавился от псориаза. На сегодняшний день он сам в шоке. Хотя он смеялся, назвал меня сектантом и остальным так же, как и я называл своих знакомых. Но просто начните, и вы сами увидите. Это круто. Спасибо, Ибрагим.